сейчас водит ногу за ногу, руки в боки и будет смотреть, как предел всех разъебывает. Да трое на одного, вы чё? Да вы не справитесь. То вы мне подскажите, как там, блядь, на аринах там, блядь, что делать? В смысле, блядь? Беспорядочно строй эти круги, короче, по всей карте. Чтобы мы не поняли, в чем твоя стратегия. Магически два торговых, потом в один. Эту птицу ебучую надо вторую строить или уже нет смысла здесь строить? Ну сделай, да. Да там маленькая карта. Вряд ли толк от этого есть. Только если так быть. Я не понял. Что это, блядь, за игра? Кто с кем играет, не пойму. Мы вместе, ебаш. Против одного предела? Да. Что? Я на молоте должен не играл ни разу? Не. Бля, ребят, я не в курсе. Ладно, вы играете, а я уже все начал. Мурик мне сделает, блять. Да я постараюсь. До 30-го успеть. Давай. Тот пизжу, блять. Давай. Честно говоря, карта говно, но пойди. Я хочу сделать, блядь, карту, обороняться нахуй. Типа от волн ботов втроем. Бодрая тема, я одобряю. Хуя ковчег так рано, блядь, кто это поставил? Ай-ай-ай-ай, ай, блин, не то построил, сука. Че, реактивный, все правильно. А военный? Нахуй, военный вообще он четвертым ставится. У тебя да? Должно быть, в идеале у тебя не должно знаю. Быть 4 реактивных и 5 военный. Я почувствовал просто в прошлой игре нехватку этих лимита. Да, ты слишком рано пехоту состоишь. Ты пидрил, там уже башню ставит. No. Ларкас, объясни, что за прикол у квотлов, что иногда по-разному стоят города? От чего зависит стоимость городов? От охраны и от фанатизма. А, фанатизма кого, подожди? Ну, у тебя, если в исследованиях фанатизм есть. А. Меня уже пиздит, блядь. Я еще соло разъебу, нахуй. Блять, Войт хелпани. Вот левее, бля, куда ты пошел? Слышишь, нет, Войт?
Войд, блядь. Воля. Я ему казарму разбил. Скажи, когда шторм использовать? Да пока не надо. Сейчас сколько сможем, ёбнем, блядь, и кайтим. Все, кайтим. Чё, ебать может по ним? Ну ты ебашь, он же сейчас у нас. Вот эту хуйню вообще не используйте, не вкачиваете. О, нормально. Еще тогда. Паука разбита? Давай. Я этих рудокопов ебашу сейчас. Скоро вкачаю. Сейчас будет минус 40% урона. Блять, мы уже при смерти. Она минус 40 дает, нихуя. Зависло нахуй. Вкачиваю червей.
Окей. Сейчас, блядь, сплэшем его. Вот, охуевший пидор, блядь. Угу, сейчас червей вызову. Давай. Да, хотя не надо, блядь, подожди. Они уже, блядь, шотные, нахуй. Уже все. Задержится немного. Сейчас пехота моя подойдет. Да пускай пока черви, хуя. У тебя тут войска стоят. Не отхилиться надо. Он быстро хилится. Пошли героя разведем там. Один герой. Окей. Там молодой уже собирает. Интересно, им пользоваться будет? По-любому. Саботы наоборот не используют. Надо идти его ебашить, сейчас иначе нам пизда будет. Пошли. У тебя войска стоят. Ты кнопочку используй, там на мини-карте есть, типа найти всех военных. Они сейчас используют, пиздец. И он в нас ебашит, я так уверен, стопудово, блять, надо съебывать. Только охуя. Он по мне хуярит. А он же стреляет, блядь, ее. Ебать, он окружил меня, пиздец. Ну что, блядь? Надо на перерез идти и ему помогать. Да, мы только по своему флангу немножко. Ебать, он на меня ораву попер. Блять, почти же, сука. Ебой. Я, конечно, не эксперт, по-моему, все войска у меня. Его. Ну, мы ебаш. Ща я промышленный. Надо как-то ему помочь, блять. Пизда, тут истребитель пришел, ебаный. Бля. Войт, он на тебя пошел. А нет, развернулся, ебать. Значит, прошел по пути и развернулся, блин. Он у нас.
Хватит, надо отходить. Ты уж съебался давно. У меня, блядь, эти хуер. Смотри, нахуй. Хорошие сердцееды, блядь. Нужная вещь. Блядь, у меня уже этот, нахуй. Блять, он заебал, в натуре, блять, хуярит шахтеров. И, кстати, у меня тоже всех переебал чисто шахтеров. Ты нападай, не стой, блять, что-нибудь делай. Там еще понял, принял. Ну, блять, это вовремя. Да ладно, блядь. Согрелся, что ли, на шахтеров? Вообще, что ли, блядь, охерел? Ты там башенку поставь. Она что, жирная, пиздец. Пиздец. Вот это он, блядь, поумнел так поумнел. Надо пушки сломать.
200 золота, надо ульту, блядь, качать, где писать. Хуй, да не, нахуй. Лучше этих, блядь. Ща на ужас за 800. За 400 еще надо качать. Но они пищи будут. 3 секунды сейчас минус 50% урона там. От него, да? У тебя голда есть, чтобы улучшить? Нет, у меня только 400, еще 400 надо ждать. Что ждать? Давайте скинем. Давайте вот так. Видите, ага, сейчас накопимся. Сколько там копить еще? Еще 150. Ну сотку дашь, там быстро будет. Вот сейчас, чуть-чуть уже. Блять, попёр на меня, сука. Надо пойти помочь ему сейчас. Да вы пробивайте его, похер на меня. Крикнешь, как червей призвать. Да можешь ебашить уже. Только подойди поближе. Сейчас вот сюда к казарме, из лаборатории подойду. Топовую обилку дам сейчас, опа. Ну, заебись. Тебе нужно 50 нахуй, да. Твои там изматывания получают. А хуй знает, коробок-то нет. Значит, твои. Надо на смерч копить, косарь, короче, у меня пока 250. Буду копить золотом. Да тебе не. Что, золото нужно? Ага. Да не, нахуй он нужен, это, блядь, у него вот так говно ебать. Ты лучше вот это почини, ебни из него. Ебать, а чего они сказали, что он мой, блядь? Куда стрелять? Короче, вот стреляю. Центральным по столице ебашу. Ебашу. Уже все ебашу. Да. Столицу, сука, хуёво, блядь. Хуёво направил. Было здание лица.
Она хотя бы заденет, блядь? Нет, блядь. Пиздец. Сейчас куда-нибудь ебанул еще, блядь. Не, он точно попал, ты чё, блядь. В столицу. Заебись. Ах, блядь, наш мир дал без такого. Петух. Я ёбни там еще с какой-нибудь хуйни, блядь. Слышь, чувак? Стреляю. Пойдет, пойдет. Сотка до косаря, сейчас вихри будут. Да они слабые, пиздец, блядь. Они станет заебись вообще, охуенно тянут. Блядь, такое. У тебя там войска еще стоят везде. Пизда, мы выиграли так-то, блядь. Так-то, да. Схуярили эту суку втроем, блядь. Сейчас, погоди, не добиваю, блядь, я вихри докачаю, блядь. Так а хули там я еще катаюсь? Да хули там зеленый уже идет на них, блядь. Ебаш, вон город, там уже все центральный взят. Тот, блядь, вообще пассивно стоит, блядь. Вихри докачаются, как ебану, блядь. Пойду вон на шахтеров ебану. Или может два косаря сразу подождать? Ты че гонишь? Ебанул вихри, короче, 4 вихря. Вот шахтеры, смотри, как дохнут. Где? Я вообще помню, пизды.
Отверни пушки, бля. Ну ты даешь. Смотри, летят. Летит, мол, сейчас смотри, они сотрутся просто. Не стреляй. Ты сам стреляешь, блядь. Брать ворон, нахуй. Ебать, я даже не знал, что молот мой, блядь. Нормас, да, его подогнал. Угу. Дайте золото по проксарям, да, вихрь скачаю хотя бы. Какой нахуй? Я вообще понуляюсь. Ну-ка, сколько шрапнели мы снесем? Так, 500 здоровья. Да, должно убить, да. 200, 200 сносит. Вообще, какие баны, нахуй. Червей сотку не хватает маны, блядь. Сейчас погоди, еще червей ебану, блядь. Для красоты просто. Хуя. Сука, я прям вылез, видел?